То есть 96% биткоинов находятся на 4% существующих кошельков. Вы можете в это поверить? Можем ли мы говорить о децентрализации в таком случае? Меня зовут Богатейший Ди, сначала интро, а потом начнем. Я и раньше слышал об этой статистике, и даже в комментариях видел, как некоторые люди об этом писали, поэтому решил немного покопаться глубже и выяснить, правда это или нет. На известном форуме Reddit обнаружилась статья «Правда или ложь?». 96% биткоина принадлежит 4% кошельков. В скобках 2,9 миллиона монет. Интересно, а почему именно 2,9 миллиона? Сейчас в обращении 17,4 миллиона монет. 2,9 миллиона монет от 17,4 составляет около 17%. Ладно, на момент написания статьи в циркуляции было 16,5 миллионов монет. Но даже так процентное соотношение составляет 17,5%. Но никак не 96. Самое страшное в таких статьях – это то, что они вводят в заблуждение своих читателей. Не стоит также забывать о том, что множество адресов со внушительным балансом по факту являются холодными кошельками криптовалютных бирж. То есть они представляют не одного человека, а целую группу людей. В случае с криптобиржами – это их клиенты. Кстати говоря, и кошелек, который принадлежит мифическому Сатоши, также включается в эту статистику. К тому же, такой способ подачи информации звучит еще более драматичнее, чем на самом деле. Представьте, что есть 100 кошельков. 4 кошелька владеют 24 монетами каждый. Остальные 96 кошельков имеют около 0,04 монеты. Да, эти 4 кошелька сказочно богаты, но разница между очень богатыми кошельками и обычными всего 576 раз. Согласитесь, если говорить о фиатной системе, то мы видим разрыв между богатыми и бедными куда больше. Давайте пойдем еще дальше. Как много людей пользуется биткоином в 2018 году? Статья от 4 декабря 2018 года, поэтому информация достаточно свежая. На данный момент существует почти 32 миллиона кошельков. Учитывая, что многие пользователи имеют несколько кошельков, точно посчитать количество пользователей биткоина представляется невозможным. Но, основываясь на исследованиях университета Кембридж, количество реальных пользователей биткоина оценивается в 3-5 миллионов человек. Ссылку на это исследование оставлю в описании, как обычно. На данный момент всего 92 кошелька имеют на счету 10 тысяч биткоинов. 92 кошелька из 33 миллионов. А это значит, что добавив кошельки, которые имеют от 1000 до 10 тысяч биткоинов на балансе, мы получим 1856 кошельков, которые содержат почти 40% биткоина. 1856 кошельков – это 0,01% от всех существующих. 0,01% кошельков контролирует 40% биткоина. Теперь о крупных биржах. На холодном хранении у Bitfinex'а находится 138 тысяч биткоинов, что около полумиллиарда долларов. На холодном хранении у Bittrex'а находится 107 тысяч биткоинов на сумму 370 миллионов долларов. Кроме них есть еще 3 кошелька, которые имеют баланс от 100 тысяч биткоинов и больше. В целом эти 5 кошельков владеют 2% от всех циркулирующих биткоинов. Также я нашел 321 адрес, который не совершил ни одной транзакции за последние 4 года. Забавно, что на этих кошельках находится 6% циркулирующего биткоина. То ли ребята потеряли эти кошельки, то ли они являются железно-бетонными холдерами. Итак, немного проанализировав ситуацию, мы подводим такой итог. 96% биткоинов хранятся на 4% кошельков. Это неправда. Это неправда, которая призвана стать причиной очередной паники или что-то в этом роде. Честно говоря, мотивация писать такие статейки для меня достаточно размытая. Давайте закончим чем-то позитивным. В США представлены 2 законопроекта для предотвращения манипулирования ценами криптовалют. Это закон о защите прав потребителей для виртуальных валют 2018 года и закон США о конкурентоспособности рынка виртуальных валют и нормативного регулирования 2018 года. В целом, оба закона направлены на то, чтобы сделать США
лидером криптовалютной отрасли. Хотя целью также является защита частных лиц, инвесторов и бизнеса. Первый законопроект, в частности, направлен на исследование манипуляций цен криптовалют и способы предотвращения таких манипуляций. Снова не обошлось без камней в огород Bitfinex и Tether, чьи компании обвиняются в манипуляции ценой биткоина с помощью токена USDT. Посмотрим, чем это закончится. Второй законопроект — это по факту требование к регуляторам провести исследование криптовалютных правил юрисдикции по всему миру и рекомендовать любые законодательные изменения, содействующие росту признания цифровых валют в США. Короче, Штаты хотят стать лидером криптовалюты. Что вы по этому поводу думаете, ребята, пишите в комментариях. А также делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, телеграм, группу ВК, все ссылки будут в описании. А меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывайте.